Масштабные ремонтные работы развернулись на улице Красноармейской в районе автовокзала. Строители прокладывают новый водовод взамен изношенного. Новые трубы уже провели от улицы Новороссийской до улицы Ленина. С завершением строительства нового участка водовода важнейшая проблема по водоснабжению курорта будет решена. Ведется вот от станции третьего подъема, это за Северным рынком, и идет до угла улиц Красноармейской и Новороссийской. Идем мы с опережением на дней 10-12. Строители должны соблюдать не только требования к качеству монтажа труб, но и обеспечивать безопасность дорожного движения на время проведения работ. Своевременно и надлежащим образом устанавливать ограждения, временные знаки дорожного движения. 70 дорожных знаков было расставлено. Ну, в общем-то, если их не расставлять, то было бы тяжело. Транспорта в городе очень много. Инспекторы ГИБДД осуществляют регулярные проверки. Нарушений всегда много. Объект на улице Красноармейской тоже проверяли. Там тоже составлялись неоднократно административные протоколы на должностных лиц. При проведении работ были нарушены расстановки знаков, места ограждения. Но сейчас там все исправлено. Сейчас проводятся работы. Как положено. В 2014 году правила ужесточились. Знаки только на желтом фоне и обязательно по утвержденной схеме расстановки, согласованной с дорожной инспекцией. Помимо этого, подрядчик должен согласовать установку знаков с владельцем дороги, муниципалитетом, краевыми или федеральными органами власти.